Тема образования продолжилась и на личной встрече Медведева с Вячеславом Наговицыным. Премьер поинтересовался у главы республики, как обстоят дела со школами и детскими садами Бурятии. Как обстоят дела со школьной программой в республике Бурятия и что вы предполагаете делать? 7% школ работает в 3 смены. Но это никуда не годится. Даже в 3? Даже в 3. 7% школ работает. Но я уже не говорю, что 2-сменка у нас почти повсеместная. И вот нам сегодня мы посчитали, чтобы выполнить полностью программу, новых построить, отреконструировать нужно 162 школы. И, конечно, мы сейчас очень благодарны, что вот такая программа, хоть на 10 лет, но она понятна, вот сроки ее, деньги понятны для нас, что необходимо. Мы сейчас готовим проектно-сметную документацию, включаем свои школы в типовой перечень школ, которые Минстрой. Нам правила игры понятны все, и мы понимаем, как мы будем добиваться и решать эту задачу.